Аделина. Женское имя Аделина древнегерманского происхождения. Произошло, скорее всего, от германских слов «адель» и «хейт», что переводится как «из благородного сословия». Трактуется же это имя как «благородное», «величественное» и «важное». Но это по германской версии. Есть и татарская версия, и тут оно трактуется как «честное», «добросовестное» или «порядочное». Имя Аделина является католическим. В православном именословии по святцам его нет. К сожалению, особой популярностью в России это имя не пользуется. Да и статистика по нему не ведется. Приходится оно не более чем на 2-5 девочек из 10 тысяч новорожденных. Значение и энергетика имени Аделина. Католическое имя Аделина обычно наделяет носительниц целой кучей хороших качеств. Чаще всего носительницы этого имени представляют собой очень напористых, целеустремленных, упертых, принципиальных и честных женщин. Названная этим именем дама никогда не будет искать корысть в отношениях с людьми, будет поступать исключительно по совести. И что не менее важно, она не побоится сказать человеку правду в глаза, она не станет искать отговорок. Если нагрубила или обидела человека, не будет объясняться. Все ее действия, фразы, слова и поступки всегда аргументированы и подтверждены фактами. Рассудительная, справедливая, планомерная и волевая. Всегда старается правильно относиться к людям, так, как они этого заслуживают. Но при всей своей силе воли и сильном характере, она является такой же женщиной, как и все остальные. Она также нуждается в поддержке и любви, и всегда будет стараться их получить. Самое главное достоинство женщин, названных именем Аделина, заключается в способности критиковать не только других людей, но и себя лично. Эта дама не будет бояться посмеяться над собой, и любую критику примет как должное. Аделина плохо относится к людям, которые преследуют корыстные цели в общении, и больше всего ненавидит людей, которые пытаются нажиться на ком-то путем обмана или хитрости. Астрологическая символика имени Аделина. Камень-талисман, жемчуг, янтарь и аквамарин. Планета-покровитель – Венера. Покровительствующая стихия – огонь. Животный символ – ставрида. Растительный символ – лилия и ива. Лучший зодиак – скорпион и весы. Число Аделины – 6. Символический металл – серебро и алюминий. Счастливый день – вторник. Идеальный сезон – осень. Аделина в детстве. В раннем детстве девочка по имени Аделина может быть очень любознательной, непоседливой и активной. Никогда не сидит на месте, все время бегает и делает хоть что-нибудь, лишь бы не пришлось скучать. Стремится познать сразу весь мир. И самое главное, не может определиться с целями. Этому ребенку всего и всегда мало. Но родителям сильно переживать не стоит. Ведь уже ближе к подростковому этапу жизни она немного усмирится и начнет становиться более серьезной. В Аделине слишком рано может проснуться тяга к знаниям. Она может рано начать читать и писать, может научиться какому-нибудь несвойственному ребенку делу. Лучше же всего родителям попробовать отдать ее в какой-нибудь кружок, в котором она сможет задействовать весь свой творческий потенциал. Например, ей может понравиться рисование, поэзия, танцы или еще что-нибудь в этом роде. Еще стоит сказать о том, что девочка по имени Аделина в раннем детстве может быть слишком восприимчивой и обидчивой. Любая, даже самая мелкая критика может отбить у нее желание заниматься тем или иным делом. Ругань мамы или наказание и вовсе могут вогнать ее в депрессию. В общем, временами с ней может быть очень нелегко. Аделина-подросток. Перейдя на этап юности, Аделина может превратиться в серьезную и самостоятельную девушку. В этом возрасте она тактична, дипломатична, самостоятельна, чувствительна, добра, добродушна, всегда помогает всем вокруг, готова пойти на героический поступок ради собственного удовлетворения, умеет проявлять благородство, настойчиво и уперто. Другими словами, юная Аделина – это очень непростая, но в то же время обладающая множеством хороших качеств девушка. Воображение Аделины останется таким же, каким было и в раннем детстве. Но теперь оно может сыграть с ней злую шутку. Восприимчивая носительница этого имени может воспринимать все таким, каким оно ей будет казаться, и в итоге рискует оказаться обманутой. Только по мере взросления она научится на собственном опыте и поймет, что не все в этом мире таково, каким кажется.
Что до деятельности, так тут все сложнее. Аделина-подросток может долгое время не решаться на четкие шаги в отношении развития себя в том или ином направлении. Ей трудно определиться с целью. Она все время ищет что-нибудь новое. Причем, допустив одну единственную ошибку, начатое дело сразу же рискует оказаться брошенным. Но зато в плане общения с представителями противоположного пола, у носительницы этого имени дело может обстоять намного лучше. Она скромна, и этим будет привлекать внимание представителей мужского пола. Но при этом спешить строить отношения она не будет. Скорее, она постарается сохранить дружеские отношения, даже с тем, кто ей реально нравится. В браке. Трудно сказать, как сложится судьба Аделины в плане брака и создания семьи, но точно можно сказать о том, что она наверняка не останется одинокой. Она обязательно выйдет замуж, и скорее всего, несколько раз. Но выбирать первого мужа она будет очень и очень долго. Будет всячески проверять его, испытывать и провоцировать. Возможно, именно это и послужит поводом для развода. Выбирать себе мужа Аделина будет осторожна и отдаст предпочтение надежному, самоуверенному, настойчивому и целеустремленному мужчине. Внешность для нее тоже важна, но внутренний мир мужчины и способность обеспечить ее саму всем необходимым для нее все же на первом месте. На лидерство в отношениях Аделина, скорее всего, претендовать не станет и позволит управлять всем своему супругу. Но вот прислушиваться к ее мнению супруг все же будет должен. Сама же она его обязательно поддержит, выслушает и никогда не проигнорирует, если у него что-то не так. Аделина – не любительница веселого отдыха и походов на вечеринки, и мужа себе выберет такого же. Аделина как мать. Трудно сказать, какой матерью станет носительница имени Аделина, но точно можно сказать, что плохой матерью она просто быть не может. У нее такой характер, что она будет всем сердцем любить своих детей, сколько бы их ни было. Аделина, рожденная осенью, может оказаться слишком жесткой, грубой, навязчивой и строгой. А вот с весенней и летней Аделиной дела будут обстоять иначе. Эти чувствительные, чувственные и восприимчивые женщины могут стать не слишком строгими, но и не проявляющими излишней опеки. Правда, тут есть риск того, что ребенок сядет на шею. Спасти ситуацию в этом случае сможет лишь супруг. Скорее всего, большую любовь и привязанность Аделина будет испытывать к дочери, но и сына обделять любовью она не станет и попытается уделить им одинаково внимания и времени. Совместимость. По главной версии, самая лучшая совместимость у имени Аделина с такими мужскими именами, как Александр, Данил, Давид, Руслан, Юрий и Егор. Достаточно крепкие и страстные отношения могут быть с такими мужчинами, как Арсений, Михаил и Игорь. Тут великие шансы на создание крепкой и счастливой семьи. Чуть похуже – совместимость с такими мужскими именами, как Алексей, Матвей, Владимир, Антон и Олег. Тут отношения могут перерасти в самую настоящую любовь, но вот брак может оказаться недолгосрочным. Хотя, опять же, бывают и исключения. А вот с такими, как Дмитрий, Петр и Виктор, у Аделины и вовсе нет никакой совместимости. Так что отношения с названными таким образом мужчинами лучше не строить.